Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики и гости моего канала, независимо от своего национального и религиозного происхождения. Добро пожаловать на мой канал, дорогие мои. Как известно, позавчера, то есть 18 сентября текущего года, в Ходжавенском районе Азербайджанской республики в ходе террористических актов со стороны лиц армянской национальности, то есть армянских сепаратистов Карабаха, погибли 7 сотрудников полиции Азербайджанской республики. Аллах шахидлярымызе рахмет эйлесин, мекянлары джаннат олсун. И вчера Азербайджан начал специальную военную операцию по зачистке Карабахского региона Азербайджана. Мы должны двигаться только вперед. И мы не остановимся до тех пор, пока на центральной площади Ханькенди, или как они его называют, Степанакерт, ну хотя во времена Советского Союза город назывался Степанакерт, но эти времена остались в прошлом. Пока на центральной площади Ханькенди не будет развиваться азербайджанский флаг, мы не успокоимся и не остановимся. Пора понять уже всему миру и армянам, живущим в Карабахском регионе Азербайджана, и националистам армянской национальности, и дашнакам, я имею в виду не весь народ, что нет никакого Арцаха. Нет никакой Нагорно-Карабахской республики, нет никакой республики Арцах. Есть Азербайджанская республика, и Карабах – это часть Азербайджанской республики. И мы не допустим, чтобы на нашей территории развивался флаг несуществующего государства. У армянских сепаратистов есть два варианта. Вариант номер один – это сложить оружие и сдаться азербайджанской армии. Или второй вариант – собрать свои вещи и покинуть Карабах раз и навсегда. И никакого Карабаха, то есть никакой Карабахской республики, никакого Арцаха не будет. Мы достаточно долго терпели несуществующее государство на нашей территории. Мы почти 30 лет вели переговоры с властями Армении. В 2020 году была Вторая Карабахская война, и мы за 44 дня доказали, кто является истинным хозяином этих территорий. Освободили большую часть Карабаха, но на данной территории были размещены российские миротворцы. Это после совместного заявления 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Российской Федерацией. И так называемая республика Арцах, она не распустилась. Мало того, что не распустилась, так еще в этом году так называемый президент так называемой республики Араи Карутюнян ушел в отставку, а на его место пришел другой. Это вы нам этим, то есть бросаете, получается, вызов? Вот, это должно быть прекращено раз и навсегда. Поэтому Аллах шахидлярымызе рахмет эйлесин, мекянлары джаннат олсун, Аллах ордумузу корусун. И я желаю всем матерям солдат азербайджанской армии терпения, нашей армии я желаю удачи, а всем, кто погиб, Аллах рахмет эйлесин, мекянлары джаннат олсун. Карабах – это территория Азербайджанской республики и восклицательный знак. В Карабахском регионе Азербайджана могут жить только граждане Азербайджанской республики, независимо от своего национального и религиозного происхождения. Но мы не успокоимся до тех пор, пока на центральной площади Ханькенди не будет азербайджанский флаг, а флаг так называемого Арцаха не будет спущен раз и навсегда. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до свидания.